Что на сегодня для Путина победа в войне против Украины? И при каких победа... условиях он выведет войска из Украины? Понимаете, это разные два вопроса. Победа – это уничтожение Украины. Украина не должна быть как независимого государства. И даже если сейчас, дай бог, чтобы вот этот начавшийся в Стамбуле переговоры привели к какому-то положительному результату, дай бог, да, даже если это случится, надо понимать, что пока Владимир Владимирович у власти, он не успокоится. Вот, в его понимании Украины быть не должно, независимого государства Украины. Да? Она должна быть в вассальной зависимости либо частью Российской Федерации, либо в вассальной зависимости от Российской Федерации, в какой были страны Варшавского договора от Советского Союза. Так что его внутренняя победа, вот его ощущение, я победил, будет только в этом случае. А второй вопрос, при каких условиях он согласится вывести войска? Ну, похоже... есть понимание у высшего руководства Российской Федерации, что он просто вот, ну ничего не получается, да, вот совсем ничего не получается, какие-то вы оказались люди злобные, негостеприимные, как-то вот неправильно себя ведете по отношению к людям, которые с совершенно дружескими целями приехали к вам на танках. У нас, сказать, кто-то из пропагандистов возмущался, что вас называют наши самолеты вражескими. Вот, интересно, как их еще называть, по-видимому, дружескими, да? Я не знаю, почему. Бред собачий. Вот. Так вот, по-видимому, все настолько хреново с точки зрения нашего руководства у вас разворачивается, что они готовы, похоже, что они готовы на что-то согласиться. Необходимым условием того, чтобы они на что-то согласились, является возможность сохранения лица и заявление о том, что мы там у вас прекрасно победили всех. Вот, мы вас победили, и поэтому хорошо. Кстати, это ведь с реальностью не обязательно связано. Уже упомянутый Саддам Хусейн после первой войны в заливе, которую вел Джордж Буш-старший, когда американские войска по приказу Джорджа Буша ушли из Ирака, вот, а Саддам должен был бежать из Кувейта там, и так далее, и так далее, а его армия была уничтожена. После этого он обратился к народу и сообщил о том, что он полностью разгромил американский империализм. Вот, просто вот совсем разгромил. Я думаю, что если при хорошем варианте будет соглашение и так далее, то у нас заявят что-нибудь подобное, что мы полностью вас разгромили, будет просто совсем.